Предоставить доступ отдельным категориям к вашему ролику можно таким способом. Устанавливаем параметр личное. И дальше мы можем указать либо имена в Google+, либо круги в Google+, либо адреса электронной почты, которые даже не обязательно могут быть gmail-овскими. Адреса любой электронной почты. Я думаю, что здесь можно написать и адрес группы. А каждый класс разумно превратить в группу, чтобы к ней можно было обращаться.